Сирии успешно завершена операция по освобождению незаконных вооруженных формирований в южных пригородах Дамаска. Она продолжалась более недели при поддержке Центра по примирению сторон и российской военной полиции. Район Ярмук, а также ряд населенных пунктов покинули свыше 3000 боевиков, которые сложили оружие. И их семьи – это еще 5000 человек. Сейчас в руках террористов остается лишь небольшой анклав. Параллельно ведется работа по разминированию освобожденной территории, разбору завалов. Жителям доставляют продовольствие. Наши военные медики оказывают людям необходимую помощь.